Это очень привычные отрывы ездят. Как правило, на финишный спринт, не разгоняясь на горный, да, на спринтерскую летучую премию практически никто не идет. И сейчас Ладанюк просто-напросто набрал эти очки без каких бы то ни было противодействующих шевелений со стороны его попутчиков. Перед тем, как будет разыгрываться пятая позиция на промежуточном финише, лидирует по-прежнему и все более и более внушительно Петер Саган, имея 147 очков. Мэтт Госс за счет своего стабильного присутствования впереди опять перебрался повыше. Но опять же, о чем Госс говорил, что Кев был намного выше, и он был фаворитом максимального набора очков на равнинном этапе. Как вы знаете, существует несколько категорий этапов, и горные, допустим, приносят меньше всего спринтерских очков за основной финиш. Горные разделки, равнины, соответственно, больше всего. Но поскольку Кев вчера ничего не набирал, а Грайпель до этого не особенно много имел, то Госс переместился на второе место, аж с пятого. Соответственно, у него 92 очка, тем не менее, оцените разрыв, более 50 баллов. Не успела гонка даже толком раскочегариться. Грайпель 87 очков, третье место. Кевендиш 86, четвертое. Бусунхаген, пятая позиция, 81 очко. Ну, Хаген за зеленую майку не борется. В принципе, изначально это не предусматривалось. Километр остается до финиша. И, в принципе, какие-то действия по подготовке со стороны команд. Предыдущие дни начинались пораньше. Ну, а что же сейчас? Сейчас Гутаровича. Немножко подвезли. Он сейчас находится на третьей позиции в своем поезде из Франсес-де-Жу. Товарищ по команде отобрал максимум очков там впереди, но он не участвует пока в больших розыгрышах. Гутаровича пока позиция вне пределов десятки в этой номинации. Но ситуация меняется. Тем временем раненый, но не сломленный Айзель начинает вытаскивать Марка Кавендиша. И Бусунхаген. Для него последнее колесо. Перед Хагеном не вижу, кто стоит, кстати говоря, австриец или кто-то другой. Скай. Втроем они накатывают. То, что делала Орика Грин Эйдж. Накануне Госс перепрыгивает, садится за своим бывшим капитаном. Но что, получается или нет? Вытаскивается, вывозится постепенно Саган. Тут тоже включился, но Саган заблокирован. Все равно Кевендиш. Все равно Кевендиш, причем опять-таки 70%. Его бывшие оруженосцы и лучший развозильщик мира, как много раз называл он Марка Реншоу. И мнение это не изменилось. Реншоу так и остался супердоместиком, суперраскатчиком. Обратите внимание, рабобанковский спринтер, по-моему, слишком... То ли он зазевался, то ли он забыл, что спринт здесь. Что вы видите, как он снялся, вы видите, как он накатил, и пространства тут хватило. Стал третьим. Очень хороший кусок. Но австралийцы из голландской команды. Такое ощущение, что он задумывался, как вообще. Ехать, не ехать, делать, не делать тут что-то. Почувствовал себя неплохо. Питаки совершенно объективно не поехал. Питаки консервируется на основной финиш сегодня. Гутарович тоже поймал этот просвет и дальше не пошел. Ну а Сагана вынесла инерцией и аэродинамическим эффектом. Он оказался впереди на расстоянии примерно сотни метров. Обладатель зеленой майки, тем не менее, уезжать в одиночку от основной группы, естественно, не планирует никак. И с нетерпением ждет, когда же его, наконец, снова вернут в маму, в пилотон. И там повезут, закрыв со всех сторон. 2.41 до отрыва. Отрыв как тележил на своих далеко не запредельных оборотах, так и тележит. Средний пульс вчера, он сказал... Йенс Фогт, 128 ударов в минуту. Да, конечно, под конец он стучал довольно прилично, пульс, но была прогулка до этого объективно.